Привет, мои дорогие подписчицы! Сегодня я для вас буду снимать это видео. Давно хотела записать, как я перевожу выкройки с листов, вкладышей в журнале «Бурда Мода». И потом по ним раскраиваю ткань и шью для себя изделия. Это все вроде бы просто и понятно, но в двух словах не объяснишь. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я сегодня буду как раз переснимать выкройку из журнала модели шорта. Где шорт? Шорты? Шорт для себя. И покажу, как я это делаю, чтобы всем, кто начинает или кто не знает, с чего начать, как приступить, как шить по этой самой бурде. Бурде или бурде. Но шить по ней очень-очень классно. Просто суперово. Вот, смотрите. Вот одна деталька. Я шорты хочу переснимаю, значит, хочу шить шорты. И вот я выкроила одну детальку. Здесь собираюсь выкраивать другую. Так, модель у меня шорты 129. Значит, в журнале есть описание, как выглядит выкройка, как ее найти на вот этом вот, на вот этих вот листах внутренних сложенных с кучей чертежей и схематических обозначений. Значит, вот помечено выкройка синими контурами на листе выкроек С. И написано 4 детали, 1, 4. И вот как они выглядят, эти детали. И мы должны их отыскать, открыв лист С и синие контуры, вот эти помеченные 4 детали. Так, я вот открыла для себя лист С. Вот он у меня. И нашла деталь синяя, номер 1. Она обязательно подписана, что это для модели 129. Сейчас, где я ее видела? Где я ее видела? Модель 129. Ага, вот, вот идет низ изделия и подписана модель 129. То есть вот контур этих шортиков. Как дальше я поступаю? Я беру лист газеты, либо какая у вас есть большая бумага. Перекрываю и смотрю, хватает ли мне одного листа, чтобы перекрыть полностью нарисованную на чертеже деталь. Если мне не хватает в длину или в ширину, я доклеиваю при помощи скотча продолжение. То есть накладываю таким образом, чтобы все это перекрыло нужную мне деталь. Нахожу ее контуры, проверяю и накрываю газетой. Когда у меня это все покрыло, площадь моей детали, которую мне нужно переснять, я делаю следующим образом. Сейчас я эту газету подложу под выкройку. Выкраиваю под лист с выкройками. Точно, чтобы газетка у меня лежала под контурами выкройки, не сместилась никуда. Если у вас поверхность стола твердая, то лучше накрыть ее одной или двумя слоями сложенная вот простыня. И использовать для перевода детальки мы будем вот такое вот приспособление. Оно продается во всех швейных отделах, где есть фурнитура для шитья, нитки, иголки, булавки и прочая всякая ерунда. Так вот, смотрите, я подняла лист выкройки, убрала. Чтобы не сбиться, я стараюсь вот прям на край стола положить, прямой угол соблюсти, уложить газету. И теперь, ориентируясь на угол стола, я буду накладывать выкройку с контурами поверх газеты. Итак, я наложила лист с выкройкой на газету, проверила все самые широкие точки, выступающие, чтобы они оказались в пределах газеты, которая подложена под этот лист. То есть все крайние точки я проверила, длину изделия, чтобы все эти линии находились у меня на газете. То есть поднимаю край выкройки и сверяю, чтобы у меня они не выступали за пределы газеты. Все мои нужные контуры, детали. Убедившись в этом, я беру вот это приспособление, вот этот ролик. Видите, колюченький такой. И буду теперь катать его, не прикладывая особых усилий,
по контурам. Причем начинать нужно с самых длинных линий. То есть начинаем переснимать самую длинную линию. Пожалуй, у меня будет это низ изделия. Вот она, синенькая линия, низ изделия. Начну с нее. Постепенно, как бы передвигаясь от более длинных контуров к более коротким, я буду прокатывать этим роликом все меточки, наносить их на газетку. Ну вот, как видно, я уже прокатила ролик. Видите, остались такие следы. Они впечатались в мою газету, которая лежит под этим листом. Первую линию я перевела и сейчас продолжу по всему периметру детали. Так, я прокатила роликом полностью все контуры, впечатала зубчиками в газету, отметила вот эти все, видите, вот, например, складка подписана и указаны вот ее параметры. Обязательно здесь тоже прокатываю роликом и потом еще подпишу ручкой шариковой, где у меня что. Контрольные меточки, они часто обозначены либо вот такими вот черточками, либо какими-то вот циферками. Например, вот как здесь в уголке детали стоит точка 3, у меня будет еще одна вторая деталь, которая будет в этой точке сходиться. И я их отмечу на своих чертежах тоже, когда вырежу на газете, чтобы понимать, что эти точки должны в деталях совпадать. И сейчас я сниму этот лист и посмотрим, что у нас будет видно на газете. Вот, итак, вот она моя газетка. Видите, все здесь отпечатано и переведено. Вот, вот эти складочки, отметинки сделаны. Вот все-все контуры очень хорошо видны при солнечном свете, при солнечном освещении. Вот низ изделия. И теперь я беру ножницы и аккуратно вырезаю всю эту деталь. Ой, еще одно важное уточнение забыла сказать. Здесь ведь в журнале в самом, в описании модели шорт, ну каждой модели, любой модели, указано, приводится несколько размеров. Видите, размер 34, 36, 38, 40, 45. И в каждой выкройке, на каждый размер, свои контурные линии, обозначения. То есть они все будут синим цветом, они будут все иметь одни и те же номера, но контур на каждый размер имеет свою особенную характерную линию синего цвета. У меня я брала 44 размер, это была сплошная линия, то есть на свой размер. Каждый, кто переснимает выкройку, обязательно ориентируется на контур линий для своего размера. То есть это может быть вот такая пунктирная, мелкая, черточками, точечками. То есть, видите, разница есть. Я об этом просто забыла упомянуть сразу. Так, хочу показать, как выглядят размеры на примере вот этой детали, да? Вот это у меня под карман. Под карман такая деталька выкраивается. Мешковина. Значит, вот они, эти все контуры. Видите, на как они отличаются? Где-то вот на пол сантиметра, может быть, миллиметра на 4 между размерами. Вот они все линии, как они выглядят для каждого размера. Для самого большого размера вот моя сплошная линия. Дальше вот уменьшение идет на размер, и все эти черточки, они обозначены каждая индивидуально. Каждый размер индивидуальную черточку. Точно так же вот линии совмещения, например, на детали указаны. Для большого размера это вот такая черточка, для самого маленького она расположена вот аж здесь. То есть все это нужно фиксировать, обязательно обозначать, переносить конкретно каждую линию по вашему размеру, внимательно разглядывая деталь на чертеже и снимать все меточки. Так, все детали готовы. Вырезала. Проверила все еще раз, все меточки, все пунктики. Ну, это никогда не поздно свериться потом в процессе шитья. Если какой-то точечки на детали не достают, забыла там поставить, допустим, тут двоечку поставила, тут забыла.
то ничего страшного, потом, когда я все шью по инструкции, в Борде очень подробная инструкция, я просто обожаю, я по ней училась шить, ну, конечно, какие-то азы, основы мне мама заложила, она у меня была швея хорошая. Вот так вот и я теперь шью по журналам с выкройками. Ну, буду шить, покажу, что получится еще потом. Готовое изделие, надеюсь, не испорчу.